Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня хочу рассказать вам о своих наблюдениях. И темой моего сегодняшнего разговора будет микроэлемент магний, который способен снизить риск переломов у пожилых людей. Восполнять его запасы необходимо с средних лет. Основной причиной обращения пожилых людей за неотложной медицинской помощью являются переломы. Согласно российскому обществу остеопороза, каждый третий перелом у женщины и каждый четвертый перелом у мужчины – это результат остеопороза. Почему именно магний? Потому что это тот элемент, который способен влиять на уровень кальция. У лиц, у которых снижен уровень магния в организме, риск перелома высокий. У лиц, у которых высокий уровень магния в организме, риск перелома уменьшается на 40-50%. Почему же так важно именно восполнение уровня магния? Потому что это микроэлемент, который важен не только для нервной системы, для сердечной системы, для сосудистой системы, но и очень важен именно для нашей костной системы. Магний участвует в процессах регенерации тканей. Также, если кальций – это у нас сокращение гладкой мускулатуры, сокращение сосудов, то магний – это наоборот, расслабление гладкой мускулатуры, улучшение кровотока, кровообращения. Что очень важно, это то, что магний способен влиять на уровень кальция в нашем организме путем воздействия на гормоны, которые контролируют высвобождение, усвоение кальция в нашем организме. Суточной нормой магний в нашем организме является объем в 400 мг. Либо его можно рассчитать следующим образом. Это 4 мг на 1 кг веса. Продукты, которые содержат магний в большом количестве, это овощи, это мучные продукты, это молочные продукты. В молочных продуктах магния очень мало, но он там высоко усвояемый. Это морепродукты, это бобовые. Магний мы можем восполнить из добавок, из лекарственных препаратов и также из нашего правильного рациона питания. Я надеюсь, этим видео я смог обратить ваше внимание и объяснить ту важность такого микроэлемента, как магний, в патологии опорно-двигательной системы, патологии костной системы, и объяснить, почему так важно именно обратить внимание на магний, восполнить его уровень в организме, и это однозначно уменьшит риски перелома шейки бедра, к примеру, которая является наиболее частой проблемой именно в пожилом возрасте. Если это видео было вам полезно, ставьте палец вверх, класс, и подписывайтесь, чтобы не пропустить мое следующее видео. Всем спасибо, всем пока.